Здравствуйте всем, приветствую вас на канале Just Play, и я наконец-то доигрываю уже свой премиум, это будет последний бой с ним на сегодня. Так, ну и постараемся отыграть его как можно лучше, надеюсь это получится. Да, это третий бой уже на Таракановском форте, ну чё, мне эта карта нравится, я не жалуюсь. Так, а против нас играет парень по кличке Велес, это один из моих знакомых, и мой подписчик, и мой друг-товарищ, с которым мы тоже играем. Ознакомились, кстати, у меня на канале. Так, ну, постараюсь надрать ему задницу. Ну или он меня надерет. Хрен он. Так, ну а сейчас я несу ящик и, надеюсь, донесу. Так. Мне нужна серия из 7 убийств. И что еще? Там, принести 3 ящика и хедшоты сделать. Ну, это я вряд ли сделаю. Так, тут все обнесли. Ай-яй-яй, стрельба, стрельба. Нашего убили. Сволочь, что ж ты делаешь? Так, двоим раздали. Так, пойдем вот сюда и возьмем артефакт. Так, я выпанул антитоксины, надеюсь, я смогу выжить. Да, смог. Я не понимаю, как антитоксин мне помог против радиации. Так, мне кажется, тут убивают наших. Да, да, да. Парень подхватил ящик, идет с ним. Здесь такой крутой деловой. А где он делся? Так, странно это все. Так, тут вражин до хрена. Так. Блин, надо все же дотарабанить ящик. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Блин, от Велес меня падло и достал. А, еще свой гранату рядом кинул. Ни туда, ни туда не мог пойти. Так, Велес, ну я знаю, где ты сидишь теперь. Теперь я попробую тебя достать, ублюдка. Извини, Андрюха, если слишком грубо. Ящик, ящик. Так, парень подхватил ящик. Да, вот Велес. Месть, Андрюха, месть. Так. Так, пойдем через верх. Так, тут ничего интересного или нет? Тут можно здесь устроить засадку? Так, появился какой-то артефакт. Сообщим своим. Может кому-то пригодится. Так, тут смотрю, сидеть бесполезно, я смотрю. Это был маразм. Только что это был маразм. Ой. Не пойми, что сделал я, но попробовал. Главное, мы выиграем. Так. Наш помер на капкане. Да твою мать, ублюдки. Все же хедами кто-то выдал.
Так, надо собраться, что-то я уже под конец премиума как-то расслабился. Так. Глюки глючные, блин. Так, готов, парень. Так, фрагера завалили. Хрен его кто. Ну тут получается. А, опять этот Фридум или Фридам. Кто он, блин, со своим СКСом. Да, мне, кстати, в серии просили СКС показать, надо будет только показать. Хотя винтовки, особенно без оптики, не мое. Вообще не мое. Так. Вражины. Вот у нас особо по базе не бегает, да? Так. Блин, че-то Велеса один раз давали. Надо еще Андрюху вальнуть. Пару раз хотя бы. Так, капкан наш парень поставил. Так, это был походу, кстати, Андрюха. А может, нет, блин, тут все на одно лицо. Не убьешь, зараза. А. Куда ты стреляешь? Так, а я сейчас откровенно херово, да? Попадаю в капканы. Так, там снайперит кто-то. Ой, фу. Я шуганул сейчас, высматривал капканы эти немецкие. Так. Умирай. Как твою мать, задрали, ублюдки. Ай. Же вы меня задолбали. Но мы хотя бы выиграем. Так, капканов нет? Нет. Так, фух, троих убили.
Вот так вот, гранаты кушайте. Блин, капкан, да твою мать! Так, ну мы выиграем 8 на 2, но я себя некомфортно чувствую. Я плохо себя показал в бою. 12 на 8. Голимый счет. Очень голимый. Велеса, блин, я больше не завалил. Я еще хочу вольнуть Андрюху. Пожалуйста. Разрешите мне вольнуть Андрюху, а? Ну, вольнул, но не Андрюху. Ну, вольнул. Так, тоже не Андрюха. Твою мать, тут вообще какой-то бред происходил, ну да ладно. 17 на 9. Немного мы отличный счет подтянуть в конце боя. Что дайте мне тоже, что это дать? О, блин, это не Велес был наш, кто-то снял Велеса. Велес мой, только мой. О. Так, затылок парня убили. Ай-яй-яй. Велес, падла. Он меня достал. Так, ну вроде да, вроде под конец матча счет свой немного реабилитировал. Так, теперь главное не упустить победу. Так, тут он. Чередями своими бьет. Никакие козелы тут пролезть не пытаются. Так. Велес где-то стрелькает тут. Может. Вон там вот сидеть. Андрюха, прости. Ай, блин, друг друга. Блин, у меня же был... Оникс. Андрюха, у меня был Оникс, у тебя читерские гранаты. Так. Так, сделал пацанчик ошибочку, что решил на меня полезть. Ага. Блин, умер еще раз. Твою мать. Блин, и один хэдшот я так и не сделал. До квеста. Ладно, давайте хоть поохраняем ящички. На, умирай, фрагер. Так, ну что, неплохо сыграли тоже.
Выиграли еще причем 8-2. Ну, дали всякую хрень, откровенно говоря. Так, я не лучший игрок, кто лучший? Ну, 32 на 17. Меркурий настрелял. Хоть уровень. О, 78-й, ни хрена себе, конечно. У меня всего лишь 133-й. Так, а что там у нас уже у Велеса, кстати? 26. Качайся, Андрюха. Так, ну что, все. С премиумом, я думаю, моим уже покончено. Больше я играть уже сегодня не буду. Ну, что? Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.